Всем большой привет! Сегодня будем заготавливать на зиму малину очень простым способом, без варки. При этом в ней сохраняются все витамины и полезные вещества. Берем 1 кг сахара и 1 кг свежесорванной малины. Ягоды не моем. Высыпаем все в одну миску и хорошо растираем. Полученную смесь оставляем на полчаса при комнатной температуре, чтобы весь сахар полностью растворился. За это время подготавливаем банки и крышки. Я обычно стерилизую банки в духовке, переворачиваю их на решетку вверх дном и выдерживаю при температуре 100 градусов 5-7 минут, пока они не станут сухими. Крышки заливаю кипятком на 3 минуты, а затем выкладываю на салфетку и даю воде стечь. Спустя 30 минут хорошо перемешиваем нашу малину. Проверяем, или не осталось крупинок сахара. Затем разливаем малину по сухим стерильным холодным банкам. Накрываем крышками и закатываем. Закрытые банки на несколько минут переворачиваем, чтобы убедиться, что нигде не подтекает. А дальше убираем малину на хранение в холодильник. Вот и все. Малина на зиму без варки готова. Приятного всем аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.